Здравствуйте. Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию реостат балластный РБП-304. Производство Украина. Предназначен для регулирования сварочного тока при ручной электродуговой сварке и наплавке металлов плавящимся электродом. Данный реостат состоит из 9 ступеней, которые могут включаться при помощи рубильников, расположенных на передней панели. Вот так вот они выглядят. Ориентировочная величина тока в зависимости от включенных ступеней приведена в табличке. Они входят в комплект. Вот так вот они выглядят. Две штучки. Одна. Сюда вторая вставляется. Пределы регулирования тока здесь от 10 до 315 ампер, это написано на шильдике, масса 24 килограмма. Для удобства переноски имеются вот такие вот ручки. И также следует отметить, что крышка и боковины здесь съемные для облегчения профилактического осмотра и удаления грязи снутри. Данный реостат произведен опытным заводом «Патона», который находится у нас в Киеве. Мы являемся официальным дилером завода. Находимся в Киеве. Доставка у нас по всей Украине. Все у нас в наличии. Самые лучшие цены. Звоните к нам 5-3-0-3-8. На все оборудование «Патона», приобретенное в нашей компании, распространяется официальная гарантия 5 лет. Если вас интересует продукция «Патона», обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Мы предложим вам цену, которая вас приятно удивит. Доставка, все есть в наличии, самые короткие сроки доставки.